В Госдуме предложили платить родителям за отказ от места в детсаду. С таким предложением к министру просвещения страны обратился депутат от фракции ЛДПР Василий Власов. В письме он указал, что в стране до сих пор существует проблема нехватки мест в бюджетных детсадах. Решить ее, по мнению Власова, может помочь ежемесячная выплата в размере МРОТа семьям взамен на отказ от места в детсаду. Мера, по его словам, сократит очереди на получение места в детсаду. Если же родители передумают и захотят отдать ребенка в дошкольное образовательное учреждение, то они смогут отказаться от выплат и снова встать в очередь.